Мало денег не бывает. Спецстрой просит еще 7 миллиардов рублей для завершения возведения космодрома «Восточный». В Роскосмосе сначала просьбу о дополнительном финансировании посчитали шуткой, пишет газета «Коммерсант». Генподрядчик пожаловался, что ему не хватает средств для окончания строительства 20 объектов в первую очередь, хотя площадки должны сдать к концу октября. Представители заказчика госкорпорации «Роскосмос» разводят руками и говорят, что все строители уже получили, что было им положено. Глава ведомства Дмитрий Рогозин пообещал подчиненным большой разбор полетов, пока на космодром гражданского назначения потратили 84 миллиарда рублей. Причем на что пошли 16 из них, до сих пор неизвестно. Генпрокуратура не может добиться от Дальспецстроя подробного отчета о расходах, хотя уже в минувшем году следователи сообщали о хищениях на сумму более 5 миллиардов. Площадку начали возводить 4 года назад. Первый запуск ракетоносителя «Союз», вы помните, прошел в апреле. Президент Владимир Путин наблюдал за стартом в Амурской области.